Друзья, у меня очень плохие новости касательно канала. Новое руководство 5% бренда Ричи Пиано закрывает мой канал. Я попытался решить вопрос через Шанель. Как вы помните, около 2 месяцев назад я снимал видео трибьют о Ричи с его девушкой Шанель. И попросил ее вчера, когда получил эти уведомления, чтобы она обратилась в руководство 5% и хоть как-то попытаться решить этот вопрос. Но она мне ответила, что попыталась, на нее накричали, и она больше не хочет с этим связываться. В общем, ей дали отказ. Я попытался написать на канал Рича, откуда, собственно, пришли страйки. Тоже никакой реакции. Написал коммерческому, вернее, маркетинговому директору 5%. Тоже пока никакого ответа, но я раздобыл его телефон и еще позвоню, но надежд, конечно, мало. В общем, история в следующем. Все касается переводов Рича. Вот то, с чего начиналась спортфаза, все за это. В общем, новое руководство компании приняло решение разослать страйки за все переводы Рича. Сам Рич был не против того, что я переводил его видео. Я многократно с ним встречался на выставках разных. Он был в курсе, он одобрял это. Он радовался тому, что его месседж доносится до наших постсоветских стран. Но одно дело Рич, а другое дело то, что происходит после него. Короче, что? Ну, я прошу вас переподписаться на новый канал. В очередной раз бьет меня по башке жизнь, в очередной раз канал, почти миллионный канал уже, 880 тысяч. Короче, я получил это уведомление, у меня есть 7 дней на то, чтобы решить этот вопрос с правообладателями, и они на контакт не идут, поэтому через 6 дней, а железобетон, канал закроется. Поэтому пока у меня есть время, пока есть контакт с вами, я прошу вас всех, максимально всех, войти в положение и переподписаться на новый канал. Скорее всего, я его назову «Спортфаза Новая Эра», «Спортфаза Нью Эра». Я уже создал этот канал, уже начал перезаливать туда видео. Пожалуйста, расскажите всем друзьям, все, кто сейчас смотрит «Спортфазу» или смотрел там много лет назад, там мотивации, переводы какие-то, Грега Плита, Рича. Все, в общем, история канала довольно большая уже, больше 5 лет. Поэтому, короче, расскажите всем своим друзьям, и я вам буду признателен. Перейдите, пожалуйста, по ссылочке в комментариях. Первым комментарием закрепленным будет ссылка на новый канал. В описании будет ссылка на новый канал «Спортфаза. Новая эра». Удар это, ну, вот так, эмоциями поделюсь с вами. Для меня, конечно, это очень большой удар. Много очень лет вложено в этот проект, много усилий. Я старался, я тем более в Лос-Анджелес вот полетел. Вот-вот скачок, так все круто. Но сначала у меня удар по истории с Америкой. И сейчас я не могу туда вернуться, как вы понимаете. А теперь вот с каналом прилетела такая штука, и все, придется в очередной раз мне начинать с нуля. Вот стою перед вами здесь в Киеве, родном, но мрачном, и вот все заново придется начинать. Но я не останавливаюсь, может быть, кто-то подчерпнет. Ну, короче, я такой человек, я никогда не останавливаюсь, я рук опускать не буду. И у меня по плану была завтра поездка в Норвегию на 2 дня. И я полечу в эту Норвегию, я буду продолжать делать то, что я делал, и снимать ролик завтра из Норвегии. Потом у меня был план полететь в Лондон на месяц и оттуда снимать материалы. Короче, все это будет, я все продолжаю, я не останавливаюсь, но теперь это будет новый канал. Надеюсь, максимальное количество людей переподпишется на этот новый канал. И если вы блогер, фитнес-блогер или какой-то другой, конечно, у вас есть свои подписчики, если вы расскажете им или попросите их в своих видео, чтобы они перешли на новый канал «Спортфаза Новая Эра», это будет очень круто. Тяжелые времена бывают у всех, и вот в таких ситуациях как бы проходят проверки. Кто поддержит, я буду очень благодарен, кто поддержит из коллег. Все, «Спортфаза перезагрузка» конец, и «Спортфаза Новая Эра» начало.